cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 58-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке для вас я представлю очередной виджет прелоудера, предзагрузка, только с иными эффектами. Демонстрацию этого прелоудера я покажу вам у сайта разработчиков, так как страничка у меня маленькая, быстро подгружается и не видно эффект самого прелоудера. Сейчас мы видим демонстрацию разработчика данного виджета. Здесь идет эффект в чем? То, что наша картинка, она может вот так вращаться. И она будет вращаться до тех пор, пока не загрузится сайт. То есть, насколько вот он тяжелый, столько картинка и будет грузиться. И второй вариант данного виджета – это вот такое вот вращение в противоположном направлении. Да? То есть, горизонтальное и вертикальное. Давайте сейчас рассмотрим настройки. Переходим в Adobe Muse. Просто перетягиваем тот виджет, который вам больше нужен. В папке у вас будет горизонтал, вертикал. То есть, какой вам больше подходит. То есть, вращение горизонтальное или вертикальное. И давайте посмотрим настройки. Первое поле мы добавляем свою какую-то картиночку, логотип. То есть, это может быть PNG-картинка. Я добавлю свою. Дальше рекомендуемое значение ширины и высоты вашей картинки 80 на 80. Но у меня 150 на 150, поэтому я меняю здесь значение. И здесь тоже вы меняете значение под себя. Background color – это заливка всего экрана белым цветом, пока грузится наш прелоудер. Вы здесь можете выбрать цвет. Animation time в секундах – это время самой анимации. То есть не время загрузки вот этого прелоудера, прежде чем появится сайт, а именно сама анимация, скорость ее. Вот она же у нас вращается. Здесь можно сделать быстрее или медленнее. Анимация тип выбрать из списка тот или иной можно. И последняя опция это shadow, это тень. То есть я так полагаю, тень у самого появляется вот этого логотипа, у самой картинки прелоудера. И здесь в скобках предупреждение, что работает это только в некоторых браузерах. В принципе, можем посмотреть, но из-за того, что страница у меня очень легкая, мы практически его не видим, да, нашу картинку. Вот такой вот интересный виджет прелоудер. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующем уроке.